Эта акция за долгие годы уже стала традиционной. Получить подарки в Людмиле Плюс очень легко. Участие в акции могли принять все клиенты, сделавшие покупки в прошлом году, вне зависимости от стоимости приобретенных товаров. К радости сотрудников торгового дома, с каждым годом поучаствовать в акции и получить свои призы приходит все больше людей. Когда мы только начинали данную программу, с недоверием относились наши покупатели к этому виду. Но с каждым годом людей приходит больше и больше на эту акцию. Мы расширили ассортимент призов. И призываем всех, храните чеки, следите за рекламой, участвуйте в нашем розыгрыше. Розыгрыш проходит также просто. Каждый участник при предъявлении чека просто достает номер с призом из специального мешочка. Что, запускать руку? Руку и одну бумажку, пожалуйста. Одна? Смотрите. Каждый год подарки меняются. В этом Людмила Плюс порадовала своих покупателей бытовой техникой, необходимой для кухни. Это кухонный комбайн, мультиварка, блендеры и многое другое. В декабре месяце я купила плитку для ремонта. Вот. А вот в январе уже пришла на розыгрыш и выиграла первый приз. С пустыми руками не ушел никто. Тем, кому не досталась бытовая техника, получили утешительные призы. Карты на скидку от 5 до 7% на любые товары торгового дома. Я хотела, конечно, получить кухонный комбайн, но получила скидку 5%. Это тоже очень хорошо. Ну, теперь я буду приходить сюда очень часто, потому что это очень хороший магазин. На этом Людмила Плюс не перестает радовать своих покупателей, постоянно пополнять ассортимент товаров для ремонта и делать подарки. Торговый дом ждет вас по адресу: улица Донская, 3/3. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.